Всем привет! Это Коул. И это нереальные испытания. Я путешествую по миру в поисках самых безбашенных испытаний. Вы смотрите, комментируете и говорите, что мне делать дальше. Я сейчас в гробу, и меня закапывают. А тут ничего, терпимо. Эй! Куда пригласить того, кто был везде? На мегареалистичный квест в Москве. 100 раз был на квестах. Это совсем другое. Тут нужно персональное приглашение. У меня кореш в Москве. Чувак так заряжен баблом, топ уровень. Мы к тебе через полмира летели. Что ты для нас приготовил? Вы такого еще не видели. От режиссера фильма «Клаустрофобы». Кто-то же должен здесь быть. Это что такое? Жесть. А что, если это часть игры? Это твой кореш, вот и узнай у него. Да я его вообще не знаю. Что? Мы торчим в России у какого-то типа, которого почти не знаем. Ты вообще нормальный? Это игра. Он, наверное, сидит там сейчас и ржет над нами. Не похоже на игру. Что нам делать? Я не знаю, не знаю. Люди, успокойтесь. Успокоиться? Да ну к черту надо выбираться. Нет! Зачем им это надо? Зачем они нас пытают? Я поняла, что у тебя есть 2 стороны. Только я не знаю, какая из них настоящая. Нет! Знаешь, сколько они заплатят, чтобы люди смотрели, как таких, как ты, разрывают на части? Вы это транслируете? Клаустрофобы. Квест в Москве. Это была странная ночка. Похоже, я наконец стал собой. В кинотеатрах с 3 сентября.